Здравствуйте! Приветствуем вас на тренировочном уроке в школе Skyeng. Если вам всегда было интересно заглянуть по ту сторону преподавания, узнать, как проходит тренировочный урок, обязательно смотрите это видео до конца. Добрый день, Анастасия. Здравствуйте. Рад вас приветствовать на тренировочном уроке. Сегодня мы проведем с вами тренировочный урок, где я буду выступать в роли вашей ученицы. Вы можете чувствовать себя свободно и обращаться ко мне как к реальному ученику. Давайте начнем. Давайте. So, hello, my name is Anastasia, and what is your name? My name is Lila. Good morning, Lila. Nice to see you. Nice to meet you. How was your day, Lila? Oh, fine. Lila, look at the picture. You can see our friends, Elle and Lola. What are they doing? Ой, а как сказать на английском? Они выбирают еду. You can say they are choosing. Look at your vocabulary. Yes. To choose, выбирать, они выбирают, they are choosing. Say it in English, please. Они выбирают еду. They are choosing food. Yes. One, lemons. Circle lemons. Yes. Yes, lemons. Pineapples. Where are pineapples? Это вот это, да? No, it's not pineapples. It's watermelons. Watermelons, арбузы. Значит, pineapples это two, правильно? Yes. Pineapples, ананасы. Watermelons, арбузы. Lila, what fruits do you like? Ой, я вообще люблю яблоки, бананы. А как сказать это на английском? По-английски ты можешь использовать глагол to like. Нравится, like. Любить. То есть I like apples, I like bananas. Okay? Say it in English, please. I like apples, I like bananas. Great, greatly. Lila, we are going to listen to the happy song about apples and bananas, okay? Oh, great! Do you like songs? Yes, I do. Thank you for your lesson. You are a great student. And see you tomorrow. Bye-bye! Okay, goodbye! Анастасия, благодарю вас за урок. Это был прекрасный урок, чудесный, структурированный, логичный. Все этапы вы соблюли. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-либо вопросы? Да, у меня есть вопрос. Могу ли я кому-то обращаться по поводу методической помощи, по каким-то материалам? Безусловно, конечно. У нас есть целый отдел методистов, который отвечает на подобные вопросы. Хорошо, поняла. Большое вам спасибо. Было очень интересно, необычно. До свидания. Спасибо вам. Всего доброго.